Всем привет, магазин Истехник, Санкт-Петербург. Меня зовут Олег Кудрик. Сегодня небольшой видеообзор. Лодочка SCAT 390 FI. Значит, рассветка у нас вот такой вот пиксель. Зеленый пиксель. Скомбинировали с цветом хаки. Конуса вот пиксельные. Вот такая интересная рассветка. Посмотрите. Недавно вышла эта лодка. Интересный цвет, модный. Давно уже, конечно, используется. Вот мы недавно сделали такую лодку. Значит, пиксель мы можем скомбинировать там с зеленым, с черным, с серым, светло-серым. То есть вариантов много. Выбирайте. Будут комбинации разные. Под вас, значит, будем делать. Что сказать о лодке? Лодка у нас 390 SCAT. Баллоны, значит, 50 на 35. Баллоны в виде восьмерки. Также интегрированный фальшборд идет. Пластиковый интерцептор. Это дно тримаранного типа, крыло чайки. Деревянный транец. Значит, транец сзади у нас меряем 41, это под ногу эску. Высота посадки всегда задают много вопросов. Высота у нас 35. Померим здесь. В этом месте 38. Значит, транец сделан из бакелитовой фанеры, непромокаемый, влагостойкая, очень надежно. Сверху вот такой резинкой проклеена, защищается. Клапан сливной стоит. Есть клапан. Значит, максимальная мощность двигателя 30 лошадиных сил. Грузоподъемность 900 кг. Вместимость 5+1. Лодка вместительная. Кокпит внутренний. Кокпит у нас метр. Здесь кокпит получается 2,95. Можем быстренько еще померить высоту, спрашивают часто в носу. Сейчас померю. Здесь высота 66. Ну и здесь высота 69, да, 68. Привальный груз. Здесь вот такие бывают как бы замятости, но это из-за того, что лодка сложена была, оно все выпрямится. Вот такой вот пиксель. Значит, дальше будем стелить коврик Эва. Сейчас я вам все покажу, комплектуем лодку. Сегодня еще будут надувные пуфики, сейчас покажу. В нашем магазине рекомендую сразу приобрести коврик Эва. Мягкие накладки на банке. Две штуки, одна с сумкой. Это все на ремешочках. Крепится. То есть одна простая, другая с сумкой. Все это можно купить в нашем магазине. Можно даже заказать в цвет лодки. Сделаем под заказ. Дно у нас тримаранного типа. Это тритон. Три кили забронированы. 12-м привалом. Пластиковый интерцептор. Цвет хаки. Зеленая. SCAT 390. Сегодня хотим предоставить ваше внимание надувные пуфики, которые можно устанавливать в лодку вместо банок, да? То есть большой вес, банки прогибаются. Мы сделали вот эти пуфики в SCAT 390, в SCAT 370. Шикарная вещь, его накачиваешь. Здесь вот клапан воздушный. То есть насосом качаем. Накачали пуфик, удобно, здорово. Он передвигается по длине, к
как угодно, то есть можно подвинуть, здесь же, то есть передвигаешь и качаешь в том месте, где нужно. Очень классная вещь, удобно. Сидишь, вот просто здорово. Также носовую пуфику сделали. Носовую часть. Здесь тоже можно сидеть. Прикольная вещь. Если вам понравилось, заинтересовалось, заказывайте пуфики. Сделаем любого цвета пуфики. На все лодки скат. Здесь можно вдвоем. Даже если уж все не захотите, втроем можно сесть. Так, это есть. Немножко поэкспериментировали. И из двух пуфиков надувных мы сделали диван. То есть мы сзади поставили пуфик. И получилась у нас спинка. Так что, представляете, можно из двух пуфиков сделать себе диванчик. Вот они в распор становятся. Вот, пожалуйста, превращается в надувной диван. Это есть. Можно облокотиться. Так, сейчас хочу показать, насколько вместительная лодка. Скат 390. Пуфики. Значит, я сижу здесь. Кто-то может сесть в носу. Места много. Широкий кокпит. До 5 человек может уместиться в лодке. Ну вот мы сейчас вдвоем. Места больше, чем достаточно. То есть лодка большая, вместительная. Плюс надувные пуфики. Вот, мы друг другу не мешаем. В общем, здорово. Большая лодка и вместительная. Итак, если понравилась эта лодочка, звоните, пишите, мы в Санкт-Петербурге. К лодке есть все аксессуары, сегодня пуфики надувные показали. Есть насосы, БТП-12, моторы, Yamaha, трансовые колеса. Все это можете купить в нашем магазине. Отправляем по всей России надежно, качественно, транспортными компаниями, ПЭКом, деловые линии. Пишите, звоните, меня зовут Олег, вот наши номера телефонов. Я всегда на связи. Сделаем выгодное предложение. Всем пока!